Главным вопросом повестки 71-го заседания Совета депутатов городского округа Щелково стало утверждение правил благоустройства территории муниципалитета в новой редакции. В документе отражена совокупность норм и требований к содержанию и оформлению объектов благоустройства, цель которых – создание единого облика города. В рамках обновленных правил у нас будут внесены изменения в следующие статьи, такие как спортивные площадки, особенности озеленения территории городского округа. Также будут внесены изменения в содержание общественных территорий, в крышное и вертикальное озеленение, ввод в эксплуатацию детских спортивных площадок. Еще одним важным вопросом стало внесение изменений в генеральный план городского округа Щелково. Изменения касаются части населенных пунктов Булакова и Воря-Богородская и связаны с уточнением границ и функционального назначения земельных участков. На заседании депутаты продолжили работу по приведению нормативно-правовой базы муниципалитета в соответствии с федеральным законодательством. Так, решением Совета утверждено внесение изменений в положение о контроле. Контрольно-счетной палате. Не прекращается и взаимодействие с властью Московской области в сфере имущественных отношений. Депутаты утвердили перечень движимого имущества, передаваемого в собственность муниципалитета. Помимо этого, в ходе работы было принято положение об этике депутата Совета депутатов округа. В документе закреплены основные морально-нравственные принципы и нормы поведения, которыми должны руководствоваться депутаты при осуществлении своих полномочий. По традиции, завершающим стал вопрос о награждении активных жителей округа почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.